Лучший источник энергии для бодибилдеров – тунец. Тунец имеет в себе высокий уровень никотиновой кислоты, которая известна как витамин В3. Она необходима для производства энергии в клетках и играет не последнюю роль в деятельности нервной и мышечной деятельности. Скумбрия в рационе бодибилдеров является хорошим источником омега-3, ненасыщенных жирных кислот, которые являются очень важными для развития нервной системы и роста наших мышц. Скумбрия помогает увеличению показателей интеллекта, а также способность концентрироваться и учиться. Специалисты рекомендуют есть скумбрию 2 раза в неделю. Хотите приобрести спортивное питание, но не знаете где? Переходите по активной ссылке под видео и заказывайте по моему промокоду любой товар, который вы выберете, со скидкой в 25%. Лучший для похудения морской окунь. Морской окунь является отличным выбором для спортсменов, которые стараются похудеть. Белая рыба является прекрасным источником белков. Ее рекомендуется есть от 3 до 5 раз в неделю. Помимо всего прочего, эта рыба богата витамином В12. Она также необходима для создания красных кровяных клеток и функционирования нашей нервной системы. Лосось является хорошим источником кальция, который способствует укреплению костей, а еще имеет много белков и омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Как и во всем, а также с лососем главное не переусердствовать, потому что он имеет много холестерина. Приходите, друзья, в закрытый телеграм-канал, где вы узнаете много интересного по тренировкам и питанию. Бодибилдеры любят треску. Треска является важным источником витамина А, Д, Е и омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!